Всем, ребят, привет! Наконец-то я снова выбрался в этот прекрасный день. А погода у нас ужасная, метель, но это нам не помеха. Сегодня действительно очень замечательный день тем, что сегодня у меня, как бы сказать, дата того, что я сегодня, именно сегодня, второй раз стал отцом. Сегодня у младшего сына у меня день рождения. Так что все у нас сейчас, кто в школе, кто в институте, кто работает, а я сегодня бездельничаю, у меня сегодня выходной. И решил воспользоваться этим случаем, покопать в своем старом домике, который вы недавно смотрите. Был как бы небольшой сериальчик из нескольких частей. Дом очень приятный, хороший тем, что находки шли практически каждый выброс лопаты. И я приехал сегодня его добить. И я вам сейчас все это покажу. Что у меня будет сегодня? Сегодня будем шурфить проходящую часть, но, к сожалению, она практически на улице. Вот, возможно, она промерзла, и мне придется как-то изворачиваться. Ну, что разговаривать? Жду от вас поздравления, пальчик кверху, что сегодня в такой день, как говорится, знаменательный, 8 лет моему младшему сыну. Вот, а я решил немножко покопать и вечерком приехать и по-человечески отметить. Так что я сейчас покажу, что мне сегодня предстоит. А предстоит, ребят, мне сегодня следующее. У нас сугробы, метель. Вот, и буду сегодня вот этот объем весь попробовать зашурфиться. Стена вот эта вот очень страшная. Смотрите, я ее рукой шатаю, а и она ходуном ходит. В общем, нужно проходную часть прозвонить, потому что были у меня дома, где под порогом находилась закладные монеты. Между прочим, и под входом находилась закладную, и под входом в этот дом. Ну, в этом порожке тоже находилась закладную монету. Но в этом доме у меня закладная монета была вон в том углу. Вот, видео вы смотрели, приятная находка, пятачок царский. И в первую очередь я хочу вот эту вот проходную часть сделать. Но если здесь будет все хорошо, то придется и вот здесь вот постараться. Потому что, как вы видите, это была тоже комната, возможно, кухня. Вот, здесь вот была перегородка. И пристрой, сарайчик какой-то был. Но здесь вот была входная часть. Возможно, здесь вот вешалка была. Вот смотрите, видите, планочка. А как вы знаете, что все практически монеты находятся у входа около вешалок. И это как рекомендация, мотайте себе на ус. И мы здесь вот все это дело сегодня прошурфим. Надеюсь, земля мне даст покопать. Потому что промерзла. Но посмотрим, здесь была засыпка потолочная, все падало. Здесь у нас должен быть приятный слой именно потолочный. Вот, и должно быть нормально, не промерзло. Так что с первой же монеты я, конечно же, включусь. И надеюсь, она будет мгновенная. Смотрим. Итак, ребят, включился я. Думаете, у меня находка? Но нет. Смотрите, по традиции я всегда освобождаю угол, как и в этой комнате, для того, чтобы сбрасывать мусор. Потому что закидывать некуда. Сюда я не бросаю, потому что здесь я буду шурфить и не хочу повторять свою работу заново. То есть верхний слой вот до досок. Я, конечно, прозванивал, потому что это потолочная засыпка, все, опилки, стружка всякая, вот такая вот, смотрите, засыпочка. И она у нас землю грела, и она не промерзла. Плюс, смотрите, полы на месте, полы. И меня вот это вот радует тем, что полы. Так что будем скрывать полы и смотреть. Тем более я вот, смотрите, на полы наступаю, и там появляется, видите, микротрещины. Это значит, что внутри там пустота. Значит, у нас там что? Подпольное пространство. И щелки у нас имеются. Значит, монетки туда проваливались.
Так что классно, меня радует это. Радует, так что... Ху! Ветер, метель. А нам немного хорошо. Тем, что мы немножко в доме. Вот, но все равно приятно провести время именно на копе. Так что ладно, смотрим дальше. Итак, ребята, уголок я уже вот так вот освободил. Находки есть, но решил заснять вам только сейчас. Вот она, я считаю, первая достойная находка. Проглядывается белый металл. И это у нас 15 в квадрате. Год, к сожалению, сказать не могу. Вот, но это у нас пятнашка. Вон, смотрите, видите? Классно. Но это у меня не первая, а вторая монета. Первая монетка ничего интересного у нас не представляет из себя. Это у нас обычная 20 копеек 61 года. Так что вот так вот две пока монетки. Ну, я от этого угла и ничего не ожидал большого. А вы спрашиваете, наверное, почему ты именно тогда копаешь здесь? Повторюсь еще раз. Мне этот угол нужен для сброса мусора. Основная масса находок будет там. Многие кладоискатели, кто начинает шурфить, ошибаются тем, что иногда начинает ковыряться, и весь прозвоненный грунт сваливают именно туда, где они потом будут копать. Я же вам рекомендую, ребят, не торопиться с шурфом, а освобождать место для работы. В данном случае я освобождаю здесь уголок, чтобы всю старую прозвоненную или мусор сбрасывать именно в одно место. Сейчас пока я себе этого позволить не могу, расширяю здесь, прозваниваю и все ненужное выбрасываю за окно. Здесь я ни в коем случае засыпать не буду, чтобы потом не делать вторую работу. Так что так вот, ребят, не торопитесь на шурфах, делайте все обдуманно. Вот, для этого я вам и показываю свои шурфы, как нужно именно правильно копать. И результаты вас будут радовать, что и свидетельствуют мои предыдущие выпуски в этом доме. Находок здесь очень много, хоть и дом невзрачный, ничего интересного, не богатый. Но по находкам здесь просто шикарно. Так что продолжаем. Итак, ребят, выкопал я уже вот такую вот ямину. И она, в принципе, у меня уже готова для сваливания мусора. Вы скажете, до какого предела копать такие ямы надо? Ну, до материка. Если кто не знает, что такое материк, это тот слой земли, который уже, как говорится, не культурный. А в частности, вот у меня, вот видите, культурный слой. А чуть глубже уже пошла целина. И чтобы определить, целина или нет, у вас должна быть вот такая вот чернозем. Без всяких примесей каких-либо. Чистый прессованный чернозем. Когда я докапываю вот до такого слоя, я прекращаю и начинаю расширяться. Ну и видеосюжет я начал вам не из-за того, что докуда надо копать. У меня находка. Находка именно между культурным слоем и целиной. Это у нас какая-то круглая монета. Так, что это? Да это царь, ребят. Да, это царская монета. Одна копеечка. А, год. Но она, по-моему, затертая. Так, судя по всему, 1903-го. Да, 1903 год. Николай Последний, наш император. Вот так что вот так вот. Ладно, приятно. Царик. Третья монета. Вот, так что сейчас, наверное, перекур, чаек. Задобрить по-человечьи деда. Вот, и потом снова в бой. Надеюсь, после чаепития дед нам даст побольше находок. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, можете меня поздравить. Очередной угол бомблю. Был сигнал. Кусок железа какой-то попался. Думал, он сигналил, потому что чернина иногда я бьет в цветнину. Но я продолжал. Сигнал откликался немного левее.
Я все-таки ковырял, и труды оказались не напрасны. В этом доме я уже подымал закладной пятак Александровский. На этот раз, возможно, это тоже закладной, а может быть, не знаю что. Вот, но он тоже в углу. И вот именно в этом. Смотрим, сейчас я вам продемонстрирую его. Что, с чего все началось? Решил прозвонить стенке. Здесь вот штукатурка, и вот здесь вот что-то звенело непонятное. Штукатурку отбил, сигнал перестал. Вот, кучу вот такого вот хреновина я наковырял. Потом в угол туда спустился, был сигнал. Я углублялся, сигнал продолжался. Думал, вот это вот железо. Я не знаю, как она оказалась, эта железка, именно вот в этом месте. Вот. И сигнал был вот здесь, вот, видите, уже камень. В том углу, который я вам говорил, вон там, там тоже был камень. И под камнем, вот именно под камнями, ребят, вытащил там пятак. И вот, смотрите, еще одна крупная монета. Судя по толщине, это что-то царское. Так. Да, это царская монета. 3 копейки. Да, 3 копейки. Но она немножко имеет какую-то деформацию. Ну, видите? Походу, придавил камушком, что ли, и он вот так вот деформировался. Ну, небольшая деформация есть. Ну ладно, приятная, приятная вторая закладная монета здесь. Мне ребята, подписчики, комрады говорят: Саня, здесь закладные могут быть и в верхних углах. Вот здесь вот могут быть, здесь. Именно, как мне сказали, эти закладные могут лежать между последним и предпоследним венцом. Потому что, как говорили, первые венцы всегда сырели, их меняли, вот, и закладные из-за этого ложили в верхние венцы. Это я, конечно, первый раз услышал. На будущее я, конечно, запомню и вам информацию передаю. Так что имейте в виду, не только между первыми и вторыми и под фундаментами могут быть закладные, под порогами, вот, но еще и в верхних венцах. Так что мотайте на ус, намотайте. Вот это классно, вот это зря я не зря туда начал углубляться. Попадались какие-то, знаете, вот такие вот, может, у кого ностальгия, если кто, у меня девушки смотрят, взрослые, вот, постарше меня, может быть, помнят, вот такие вот губнушки были, советские. Вот такая вот губнушечка, красный цвет, яркий, так что вот такая вот, просто ностальгия. Ладно, что-то у меня камера показывает одно деление. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, вот выпал нежданчик в камушке. Вот он. Надеюсь, монета. Что-то какие-то смутные... А, это двушка. Я думал, очередные 10 копеек. Ходячку. До этого подымал. И это у нас двушка советская. Ничего такого интересного нет. Двушка как обычная двушка. Цвет желтый. Значит, до 61 года. Ладно, идем дальше. Вот так-то почистил я все. Теперь весь выброшенный грунт. Как и говорил, высыпаю сюда, засыпаю с собой яму. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, подкапываю я здесь вот, под порожком. Потому что, как я вам говорил, бывают и закладные там. И выпал сигнал. Не знаю, что за монета. Вот, но она крупная. И я вам решил ее показать, продемонстрировать. На ней какой-то белый налет неприятный. Что за монета, непонятно. Белая какая-то. Вот, ну, не знаю. По толщине вроде как царская. Крупная монета. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка! Да ну на! Один! Один полтинник, что ли? Молотобоец или что? Блин, я сейчас, ребят, чай помою и вам покажу. Офигеть! Ребят, монетку я полил чаем. Вот, чтобы грязь от нее отвалилась. И неужели это полтинник?
Молотобоец или что? Или звезда? Так. Это молотобоец. Видите, проглядывается рабочий. Один полтинник. Офигеть, вот это ну нафиг. Вот это да. Вот это денек, вот это земляной дед меня поздравил с днем рождения моего сына. Вот это да. Охренеть, серебро. Ребят, серебро крупное. Там, где я обычно говорю, что бывают закладные, ну не могли потерять такую крупную монету около порога. Не могли. Мелкие, да, в щелки провалятся, но серебро крупное. Это у нас молотобоец. Один полтинник. Офигеть, вот это да. Вот это сегодня коп. Да и все копы, которые я здесь делал, у меня каждый выход здесь цинусная находка была. Перешурфил я здесь весь дом. И сейчас проходную часть. Там, где у меня в основном сейчас пробки вылетают. Каждую 5 пробок одна монета. И вот такая класс. Вот это да, блин. Обязательно, ребят, обкурим это дело. И чай попьем. Земляного деда не зря я задобрил. Здесь вот я поливаю деду земляному, когда сам чай пью, его тоже угощаю. И он у меня вот. Офигеть, вот это да. Класс, 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 палец вверх за находку, класс. Итак, ребят, поднял я еще несколько монет. Двушки были, копеечки. И вот на еще одна монетка, 20 копеек. Это у нас очередной рамочник. Год, так сказать, 54-й. 54-й год. И, в принципе, неплохо. Неплохо. Каждый третий штык лопаты выпадает монета. И все из-под порожка. Так что идем, продолжаем. Итак, ребят, под ногами топчусь. Какой-то сигнал был. Копал один сигнал, а выкопал другой. И выпала круглая монета. Да это царь, ешь ты. Царская копейка. Год классный. 1874. Блин, ребят, она, по-моему, хороших денег стоит. Или я ошибаюсь, двушка этого года хорошо стоит. Ну, копейка 1874 года. Прикольный монетос. Прикольный. Прям под ногами. Так что я даже не знаю. Здесь еще какой-то сигнал искал. Я не его искал. Откопался он. Приятные такие сигналы копать. Очень приятно. Сделал я вот такую конструкцию, как и всегда, чтобы не обвалилось. И все вот такое вот сбрасывают в такой загон. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, вот здесь был хороший сигнал. Не могу ничего найти. Выбросил вот такую вот кость. Это кость, ребят, кость. Но эта кость сигналит. Слышали? Что за хрень? Кому-то надо было в кости вживлять цветной металл. Походу, вот он. А может, это человеческая кость? Не понял. Потому что, если это животное, зачем вставлять какие-то штифты? Фу, 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 фу. Блин, не дай бог, это человеческая кость вот отсюда вот вытащил. А вы что думаете? Что-то прямо, ой, мурашки по спине. Ну ладно, надеюсь, больше костей таких не будет. Итак, ребят, швыряюсь я в поисках хороших сигналов. Но зачастую очень много пробок водочных, пивных. Вот, и для сюжета хочу вам показать. Это наше родное жигулевское пиво. Номер 17. Жигулевская, цена 25 копеек. Это где-то времена 60-е, 70-е. Вот. Между прочим, эти пробки имеют коллекционный внешний вид. Многие люди собирают эти пробки. Да-да, вы не удивляйтесь, есть такие
люди, которые собирают пробки. И они тоже коллекционные, между прочим, и стоят денег. Я вот иногда собираю их, потому что хорошо выглядят. Так что вот такие пробочки я тоже внешнего вида хорошего собираю. Ну а сейчас немножко именно про наше жигулевское пиво сюжетик вставлю. Так что смотрим, будет интересно. Жигулевское пиво – главное пиво страны, потому что его признали таким в Москве и потому что 90% советского пива именно жигулевское. Хотя трудно сказать, его любят, потому что другого нет, или все-таки другого нет, потому что все любят жигулевское. Любой сорт пива – дефицит. За жигулевским, как за самым популярным, самые длинные очереди. Секрет пивного дефицита прост. В стране не хватает пивных заводов, а те, что есть, выпускают слишком мало пива. Даже в родном Куйбышеве за жигулевским сумасшедшие очереди. С чем-либо сравнивать советское пиво могут только его разработчики. Иногда они выезжают на дегустацию за границу. Первая попытка создать нечто новое, не хуже, чем на Западе, предпринимается в 80-м. Специально к Олимпиаде впервые в СССР выпускают пиво в банках. Правда, и кадров таких не сохранилось, и знают о советском баночном исключительно специалисты. Опыт не удался. Итак, ребята, на выброшенном грунте монеткой я его потер, потому что до этого поднимал ходячку и не хочу тратить камеру, потому что батарейка уже сажается. Пальцем провожу, и смотрите, монета прямо на глазах белеет, медь отваливается. Год пока не скажу, но 54-й, двадцатка 54-го. Поднимал я еще копеечки, двушки, вот. Но я ваше внимание не обостряю на этом, да и хочется на камере немножко батарею сохранить, потому что осталось совсем чуть-чуть, на одно деление, надеюсь, хватит на коп. Буду показывать только вот такие приятные находки. Итак, ребят, находка. Решил его вам заснять, потому что металл желтый. И это у нас двушка. 2 копейки. Ох, хорошо, старый герб. Значит, до 35-го года. Пойдет. Продолжаем. Итак, ребят, швыряюсь в мусоре, выковыриваю все. Вот именно что под полами. Мусора, конечно, много, пробок много, но выскакивают и монетки. Двадцатка. Какой год? Какой-то 39-й. Ну, приятный год. Нечастый. 39-го года. Двадцатка. Продолжаем. Здесь вот очень много мусора. И, в принципе, нормально. Мне нравится в мусоре ковыряться, потому что находки зачастую в мусоре довольно-таки приятные и радуют. Продолжаем, копаем. Итак, ребят, немножко хочу уделить внимание именно шурфу. Хочу сказать, что сейчас на Ютубе очень много получилось количество блогеров, именно кладоискателей, которые копают шурфы. Вот. Они, грубо говоря, ну, в коем разе они говорят что-то правильно, но иногда они заблуждаются. Тем более, очень много видосов получилось, как шурфить, уроки шурфа и все прочее. И я многие посмотрел из любопытства. Некоторые говорят даже моими фразами. То есть на моих шурфах они учатся, но зачастую очень много ошибок, которые они говорят, тем самым учат других. Это очень неправильно, тем что слышали звон, но не знают, где он. Что хочу вам сказать и порекомендовать. Если вы все-таки решились заняться шурфами, зайдите ко мне на канал и откройте плейлист. Там все о шурфах. Есть плейлист отдельно, где я сделал все о шурфе. Каждый видос интересно посмотреть тем, что очень много информации в каждом видео. Есть также уроки, как шурфить. Есть горизонтальный шурф, вертикальный, как срезать, как искать дымовые ямы, как искать именно где пошурфить. Есть видосы, где я рассказываю, как найти на картах эти места. Так что рекомендую зайти и покопать, посмотреть именно
потому что скоро, как говорится, новый сезон откроется, и у вас будет желание пошурфить. Судя по тому, как я копаю, шурфлю, вы видите, что находок у меня в порядке вещей очень много. Именно на шурфах. Так что я вот именно шурфолог и копаю в основном дымовые ямы или же дома, как в данном случае. Так что рекомендую зайти, посмотреть, научиться чему-то именно с этих видосов. Многие комрады, конечно, молодцы, что они пытаются что-то рассказать, но зачастую у них очень много ошибок. Какие именно каналы я говорить не буду, а какие именно ошибки, ну, я думаю, стоит сказать тем, что не знают, до какой глубины копать, где основная масса находок, вот, и как выбирать, они тоже немножко заблуждаются. Так что, ребят, заходите, смотрите, ну, а мы продолжаем шурфить, подходим мы уже к вешалке, к сожалению, находок не особо много, у нас метель немножко стихла, так что продолжаем копать. И, наверное, скоро будем закругляться. Так что находки у нас еще обязательно будут. Ну, а сегодняшний шурф классный получился тем, что поднял закладные, по-моему, две, наверное, монеты. Потому что, ну, сами понимаете, крупные монеты в щель запасть не могут. Так что вот так вот, продолжаем копать. Итак, ребят, подбираюсь я к вешалке или что-то в этом роде, наверное, не знаю. И все выковыриваю из этой темноты, как вы видите. Здесь, в принципе, есть хороший культурный слой. Вот, и выпал крупный монетос. Не знаю, что это за монета. Вот она лежит. Вот, но не знаю, что это такое. Вот, либо царь, либо какой-нибудь, не знаю. Желтого ничего не проглядывается. Наверное, все-таки царик. Не знаю, не видно. Вы что-нибудь видите? Я нифига ничего не вижу. Не знаю, чистка покажет, что это такое. Я постараюсь вам разъяснить, что это за монета, но не знаю. Ну, фоточки я буду, конечно, прикладывать. Или же дома сделаю обзор. Когда их почищу и покажу. Ну, неплохо, неплохо. Продолжаю. Итак, ребят, продолжаю срезать вот эту вот шнягу всякую. Выковырить оттуда. Вот, куски древесины попадаются, сигналов не особо много. Вот, ожидал получше здесь будет, наверное. Ну, не получается лучше. Хоть это проходная часть дома. И это у нас советик. Ну, нормально. Нормально. Это у нас пятнашка в квадрате. А туда этого подымал еще советский. 61-й там год был. Что-то 70-й. Ерунда какая. Я вам даже и не показывал. Сейчас хоть более-менее. Годик у нас какой, сейчас скажу. 43-й год. Была бы 42-го, стоило бы 12 000 рублей. Да-да, пятнашка 42-го года стоит 12 000. Ладно, сейчас, наверное, еще минут 10-15 поковыряюсь, потому что уже темно. И будем закругляться. Ну, я думаю, что-нибудь еще напоследок выкопаю. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, на этом я и буду заканчивать сегодняшний видеокоп. Покопали мы сегодня удачно, классно. Вот, все такие промерзли до самых-самых глубоких соплей. Но зато отдышались. Очень много кислорода в себя впитали. В общем, по находкам классно сегодня получилось. Не хуже, чем предыдущие. Я думаю, даже лучше, потому что попалось у нас крупное серебро. Вот, а также и закладная монета. В общем, по находкам сейчас я вам покажу. Все это, в принципе, банально, классно. В принципе, сейчас, да, покажу вам, покажу. И отправлюсь домой. Сегодня, повторюсь, у нас праздник. Праздник того, что моя любимая супруга в этот день мне дала второго сына. Да, второго сына. Хорошо, что сыновья, а не девчонки. С девчонками намучишься. Сейчас обзор. И домой. Наверное, все-таки пивка глотну за здоровье сына. Ну и вы тоже. Поздравьте его, я ему передам. Так что сейчас к находкам. Ну а по находкам у нас сегодня получилось вот так. В принципе, неплохо. Советские копеечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, 23 монеты.
Это я даже рассматривать не буду. Двушки, копеечки. Здесь у нас попались 20-ка 61-го, червонец 71-го. Вот такие вот двадцатки. Раз, два, три. Три двадцатки, две пятнашки. Вот это я так не разобрал, что такое. Фиг пойми, что. Не знаю, хоть водой ее помочу и посмотрю. Хотя что-то проглядывается. Не знаю, с вами, может, разберем, посмотрим. Это у нас 20 рублей. Ельцина. Вот так вот. И, естественно, закладная монета 1878 года, трешка. Вот, две копеечки царские 874-го. Это, по-моему, 3-го года. И самая сегодняшняя бомба. Вот она. Молотобоец. Классно. Два сегодня закладных. Итого уже три. С этого дома три закладных монеты поднял. Так что, ладно. Ставим палец кверху. И до следующих встреч. Я там не закончил. Там еще можно пошурфить денек. Так что все, на этом все. Пока и до встречи.